you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы будем крутить рулетку на Machin Roleplay. У меня баланс 630 рублей, я задонатил, короче, и решил покрутить рулетку. Я вообще задонатил, чтобы перевести 300 рублей в деньги и 300 рублей на випку, но решил все-таки покрутить рулетку, может быть, мне повезет, и я хочу какую-то машину выбить, там гелик, может быть. Ну давайте попробуем, крутим. Да, что-то она мне лагает еще. Ну, понятно, гелики пролетают. Только не это. Да. Круто. Спасибо. Я, наверное, сразу это продам. Нам это не нужно. Ну, что-то еще рулетка это лагает. Так, продал. Все, давайте крутим еще раз. И попробуем что-то нормальное выбить. Блин, что у меня лагает рулетка-то? Я понять не могу. Давай, пожалуйста, что-то нормальное. Ну... Вы что, ебанутый, что ли? Не, ну это уже издевательство, на самом деле. Это уже конкретное издевательство. Зачем мне комплект всех прав, мне интересно. Давайте перезагрузим сайт, может нам так повезет. И нажимаем запустить. Давай, что-то годное, пожалуйста, выпади, блин, ну реально. Блять, так близко было. Да. Так, что там у нас таблица? Сколько можно продать? Пока не будем продавать, давайте еще раз покрутим. Ай. Хоть бы что-то нормальное выпало, ну серьезно. Да, сейчас бы мне XP, блять. Конечно. XP мне только не хватало в моей жизни, да. Ну серьезно, ничего годного не выпадает вообще. Да. Давай, еще одну XP. Охуенно просто. Просто заебись. Ни хрена нормального не выпадает. Вообще. Сейчас обратно, да, XP выпадет. Круто, конечно. Вообще, ни хера нормального не выпадает. Абсолютно, ни хрена. Не, ну это издевательство, реально. Это реально издевательство. Только это можно продать. Сколько у меня там денег осталось? Мне даже не хватит, чтобы крутануть, блин. Я просто не знаю, крутить либо випку уже ждать. Потому что такой шлак выпадает. Это жесть. Понимаете? Конкретно выпадает шлак, причем. Просто это что за... Это что за дичь, мне интересно? Ара! Ёб твою мать, ара, ты чё? Чё это за дичь? Просто выпало... 3 XP, повышение уровня. Это нормально, блять? Это просто такой наебалово, пиздец. Я реально в шоке. Я реально просто в шоке. Думаю, мы на этом закончим, потому что, блин, исходя из этого, я не вижу смысла крутить дальше. Серьезно, я не вижу смысла крутить дальше рулетку, потому что, ну, блять, ну это пиздец. Это реально пиздец, это просто дерьмо. Не выпало тупо XP, блядь. И все. Понимаете? Два раза выпали лицензии и XP. Ничего нормального вообще не выпало. Ни денег, ни кредита, ни хрена.
На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайкосики. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.